Добрый день! Приветствую вас опять, снова, вновь в моем канале. Татьяна я. Сегодня мы будем вязать с вами вот такой кардиган. Маленький кардиганчик. Но вы знаете, как бы все начинается с маленького. И если вы как бы, ну вот попробуйте, на пробу свяжете, вам понравится такой кардиганчик, то вы смело можете вязать такой кардиганчик и рассчитать его на себя сможете, на ребенка, там вообще на любой размер сможете себе рассчитать. А это, считайте, что это у вас как бы пробный вариант. А вяжется удобно, замечательно и быстро. Самое главное просто. Вот, смотрите, значит, по такому же принципу, как и реглан спицами, это тоже будем мы вязать регланом сверху, сверху вниз сюда, а потом привязывать будем капюшончик. Вот, видите, это как бы для девочки, ну, то есть застежка с этой стороны, вы если для мальчика в эту сторону, ну, это как бы все в процессе. Вот идет, видите, линия реглана. Вот смотрите, графически это выглядит так. Вот так рукава, вот так спинка, вот так полочки. Вот. Вот это нахлест. Здесь у нас идут регланные линии. Сразу закладываем по одной петле на регланные линии. Для этой модели, для этой пряжи, я буду вязать из джинса Yarnart 160 метров здесь в 50 граммах. Ну вот на такой кардиганчик с трудом, как бы, ну можно просто сделать его покороче. Ну моток, ну желательно два, чтобы было. Вот, поэтому рассчитывайте пряжу. Ну можно как бы капюшон из другого связать. В общем, расход, ну, больше мотка на такой кардиганчик уходит. Больше 50 грамм. Так, теперь смотрите. На спинку мы закладываем 8. Сюда мы закладываем 5. Сюда 5. А здесь, по идее, тоже должно быть впереди 8. Но так как у нас нахлёст получается, то по 2... по 2 петли еще добавим. Значит, сюда 6 и сюда 6. Итого, итого у нас получается, смотрите, 12. Да, вот так пишем. 12 перед. Плюс 5 и плюс 5 рукава. И плюс 8 спинка. И еще 4 регланные линии. Итого у нас получается 34 петли. Вот так. Кто хочет, можете заскриншотить. Вот так у нас это получается. Поэтому мы будем набирать 34 воздушные петли. Любым удобным для вас способом. Еще вот крючок. Крючок я беру 2,5, побольше. Вязать мы будем так свободненько, не как игрушку. То есть свободно. Если хотите, берите побольше крючочек. Ну, вот у меня 3,5. Я так думаю, что 3,5 это будет как бы перебор. Вот, ну, расчет у меня вот на 2,5. Вот так вот этот кардиган я вязала 2,5. Еще нам понадобится маркеры, но я предлагаю, ну, если у кого-то кто привык вот такими пользоваться, но я предлагаю воспользоваться другими маркерами. Сейчас я вам покажу, какими. Я вам предлагаю взять вот такие вот тонкие ниточки, ну, какие-нибудь скользкие. Ну, у меня в данном случае ирис. Нарезать 4 одинаковых отрезка. Нам они понадобятся только вот здесь, вот регланной линии. Кто как бы разбирается, ну, кто видит уже, где какая, или же можно постоянно считать. Но это как бы неудобно. Ну, я предлагаю воспользоваться. Вы вправе прислушаться к моему совету, или же как бы ну, не проигнорировать, а воспользоваться своим вариантом. Я вот отрезаю 4 вот таких маркера.
Я буду вам показывать, как ими пользоваться. Вот 4 ниточки, потому что у нас 4 регланных линии. Я их вот приготовила. Этим неудобно пользоваться будет. Не будут мешаться. Ну, в общем, давайте приступаем. Мы набираем. Вот как по нашему расчету. Давайте вот так его положим. 34 воздушные петли. Оставьте хвостик вот этот, который в начале, чуть-чуть побольше. Он нам потом пригодится, когда мы будем начинать ввязывать капюшончик. Мы его заодно и спрячем, и заодно он нам как бы пригодится, присоединится. Ну вот, вот такой оставьте. Ничего страшного. И следуя нашей схеме, мы начинаем вязать. Вот вы набрали 34. Нужно сделать 34 и одну воздушную петлю подъема. Теперь мы не в эту, вот, а во вторую петельку начинаем наше вязание. Смотрите, идет у нас 6 столбиков. Мы будем вязать все столбиками без накида. Начинаем вот 1, 2, 3, 4, 5. Сильно не затягивайте. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все свободно, ручки отдыхают, голова отдыхает. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы 6 сделали. Теперь мы делаем регланную линию. Сразу с первого ряда начнем с прибавок. Смотрите. Вот в петлю мы делаем один столбик, накидываем наш маркер поверх рабочей нити, вот так, и в эту же петлю еще 2 столбика, 1, и сюда же и еще 2. Вот это мы сделали первую прибавку. У нас получается 3 столбика из одной петли. Вот. Так, я сейчас уберу маркеры. Посмотрите. Одна идет на полочку, одна регланная линия, одна идет на рукав. Вот. Продолжаем дальше. Дальше у нас идет 5 столбиков. Это наш рукав. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Следующее, это наша будет регланная линия, петля реглана. Делаем один столбик, одеваем следующий маркер. Точно так же поверх рабочей ниточки. И еще 2 столбика сюда же мы делаем. 1 и 2. Продолжаем дальше. Дальше идет у нас спинка. 8 столбиков. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начало может показаться сложным, но ничего сложного в этом нет. Начинать всегда что-то сложно, поэтому просто нужно немножко сконцентрироваться, внимание свое, и ничего, потом все нормально у нас получится. Вот 8 мы провязали. Следующая петля, наша регланная линия. Мы делаем один столбик, навешиваем наш очередной маркер.
Так, все мы делаем поверх нашей рабочей ниточки. Вот, и делаем рукавчик второй, вот этот. А, нет, подождите, не делаем. Мы сюда еще два столбика делаем. То есть прибавочку сразу делаем. Вот. Сделали прибавочку. Вот теперь мы делаем 5 столбиков на рукава. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Вот теперь мы делаем, вот регланная линия у нас, один столбик, последний маркер навешиваем наш, еще 2 столбика в эту же петлю, раз и 2, и у нас остается 6 петель нашего переда, передней полочки. Раз, два, три, четыре, пять. И вот этот момент мне очень нравится. 6. Значит, все правильно у нас, все сошлось, видите? Вот. Сразу делаем петлю подъема. И пока подождем. Теперь я вам расскажу. Вот смотрите, что у нас получилось. У нас получилось точно так же, как на нашем вот рисуночке. Вот видите? Точно так же и у нас получилось. Все правильно у нас получилось. Теперь мы будем знать, смотрите, что вот это у нас лицевой ряд. Как и вязание спицами, я вам объясняла. Вот, когда ниточка слева у нас, значит, мы смотрим на лицо, на лицевой ряд. Здесь тоже так же у нас эта красивая косичечка идет. Мне просто не видно, видно ли вам. Вот, косичка красивая идет. Вот, теперь мы должны выбрать один из удобных способов. То есть мы будем переворачивать изделие все время в одном и том же направлении. А я буду поворачивать его вот так, то есть назад, опрокидывать назад, кто как привык. Вы просто привыкнете, кто-то перелистывает как книжку, листочек у книжечки. Вы уже просто себе наметьте, что все время вы будете делать так. Я буду делать в обратную сторону, туда, то есть я буду назад. Вот так. И смотрите, дальше у нас идет изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы все провязываем без прибавок, без убавок. Я начинаю сразу вот в эту петлю. Вот в эту петлю я сразу начинаю. И поехали мы. Поехали до нашего первого маркера. Вяжем, можем даже не считать. Хотя, кто хочет, пожалуйста, просчитывайте. Все так же мы идем столбиками. Сейчас мы дойдем до нашего первого маркера. Вот мы довязываем. И вот видите, откуда у нас, где у нас перекинута вот эта петля. Мы опять-таки же перекидываем. Пока не провязываем, мы перекидываем маркер через рабочую нить. И просто провязываем. Просто столбиком. И идем далее до следующего маркера. Дошли до следующего маркера. То же самое. Перекинули. Провязали. Идем дальше. Все, изнаночный ряд мы вот так и пойдем дальше. Ой.
так до конца ряда. Вот до конца ряда, смотрите, мы доходим. Провязываю я. И вот это вот наша начальная, которая петля подъема. Сейчас я ее подхвачу. Вот она, видите? Ее тоже мы обязательно провязываем, чтобы край у нас вот здесь был ровненький тоже. Сейчас так все вытянем, чтобы у нас ничего здесь не торчало, чтобы все было ровненько. Вот, сразу делаем петлю подъема и разворачиваемся. Сейчас у нас лицевой ряд идет, по идее, ну, должен идти. Вот, видите, что у нас получилось? Вот такая вот дорожечка. Мы с вами должны определиться, ну вот сейчас, вот это мы как будто держим лицо, да? Уберу ниточки, вот наше лицо, вот так вот. Вот это спинка, это лицо. А где у нас будут застежки, в какую сторону будут застегиваться? Так или вот так? Вот у меня будет вот так застегиваться. Слева, ну на левой стороне будут дырочки, петельки. Поэтому будем здесь делать петельки. Сейчас мы дойдем ряд до сюда и будем делать петельки. Если кто-то еще не определился, в принципе, я так думаю, что на игрушке это вообще никакого значения не имеет. Но если кто-то вяжет или соберется вязать на большого, то рассчитывайте это, где у вас будет, с какой стороны. Если вы все-таки затрудняетесь, то ничего страшного. Смотрите, он абсолютно двухсторонний. Если вы вязали, делали петли на одной стороне, а потом передумали, вы просто его вывернете, и у вас получается другой. Единственная разница вот здесь только в шве будет. А так никакой разницы ни в рукавах, нигде у вас не будет. Так что это ничего страшного. Так, давайте мы начинаем вязать, ой, наш третий, точнее, ряд. Вот, запуталась. Так, третий ряд, да? Вот мы сделали петлю, закончили, сделали петлю подъема. Я вот так повернула, вот так. Просто мне так край нравится больше, когда мне так удобнее. Так, и мы начинаем вот прям вот с этой вот петли и поехали. Хотите для как бы проверки себя, просчитайте. Если вот здесь было 6 и мы одну прибавку уже сделали, значит у нас должно получиться 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, вот 7, видите, вот 7, все правильно у нас. Теперь мы опять перекидываем наш маркер, а нет, пардон, не слушайте меня, так неправильно. Вот 7 мы провязали, сделали одну петлю, это прибавка на перед. Теперь мы только перекидываем вот так вот, и сюда же, в эту же петлю, делаем еще 2 столбика. То есть один это у нас, сейчас, стойте, да, один это у нас регланная линия, а один, одна прибавка идет уже на рукав, вот так вот. И продолжаем до следующего маркера, это у нас уже рукавчик идет, вот прошли рукавчик. Я же говорю, можно уже как бы не считать. Раз первый ряд у нас получился, наметился, все правильно, все. Для этого мы поставили маркеры, чтобы не считать. Вот, дошли мы до маркера. Делаем одну прибавку на рукав. Перекидываем маркер. Перекинули. И еще 2 столбика сюда же, в эту же петлю. И так аналогично идем до конца, точнее не до конца, до конца мы не довязываем, вот здесь вот 4 петли и встречаемся с вами. Смотрите, мы не довязываем до конца 4 петли, вот смотрите, вот прям по косичечкам мы вот так вот считаем, 1, 2, 3, 4. Сейчас я провяжу еще одну, вот. Это у нас получается, мы сейчас будем делать нашу застежечку. Вот, вот так это будет. Вот так. Вот.
Я думаю, что вот на таком расстоянии будет достаточно. Ну, вот это получится так, потому что если мы оставим одну, то это, ну, совсем будет край. Смотрите, как мы делаем. Мы делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Сильно не растягивайте их. Раз, два. Пропускаем 2 петли здесь. Раз, два. И в третью вот сюда. И столбик вот так опять. Опять продолжаем. Раз. И еще в последнюю. Вот наша косичечка. И два. Вот так вот. Вот так у нас и будет незаметно. Красиво. Это петлю подъема. Поворачиваем и обратный ряд мы вяжем без прибавок, без убавок, но не забываем мы переделывать наш маркер. Смотрите, раз, два, обязательно соблюдаем мы нашу последовательность. У нас же было две крайние, мы провязывали 2 воздушные, у нас были вот мы их 2 воздушные и провязываем. Нам обязательно, чтобы не потерять ни одну петлю, вот раз, два, 2 воздушных, которые были. Можно было бы, конечно, сюда провязать, но мне кажется, так будет красивее. И дальше вот мы продолжаем вязать в наши петли. Вот про что я говорю. Я говорю, чтобы не забыть, когда вы подходите вот сюда к регланной линии, перекидывать маркер. Он у нас уже зацепился, не так сильно он нам мешает. Вот. Вот так, видите, и все. Мы довязываем ряд до конца без изменений. И все. И идем так до конца. Смотрите, что у нас уже получается. Вот. Вот наша. Видите, застежечка. Вы знаете, можете вообще не заморачиваться на эти застежечки. Можно вообще сделать на пуговичке. Можно сделать пуговичку, и тоже будет нормально. Вот что у нас получается. А вот, смотрите, мы с вами сделали 2 прибавки. Нам нужно сделать еще 2 прибавки. А вот это вот, смотрите, если вы уже начали делать петли, то я буду их делать, смотрите, вот как бы вот так визуально, вот видно же, да? Вот раз ряд, два ряд, ну это как бы туда-обратно, туда-обратно, а вот такие как бы назвать, такие вот линеечки, вот они ярко выраженные, вот от петли идет раз, два и с половиной. Вот как раз два с половиной, 2,5 линеечки и петелька. Вы как бы, мне всего 2 петельки, здесь они как бы дальше не нужны, поэтому как бы заморачиваться на это так сильно не нужно. Я к чему веду? Я веду к тому, что самостоятельно каждый давайте проделает 2 вот эти еще прибавочки, 2 прибавки, и у нас получится следующим образом. Смотрите, мы делаем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, везде, да, с каждой стороны мы делаем по 4 прибавочки. У нас должно получиться, здесь у нас должно получиться, давайте я карандашом буду писать, чтобы как бы, ну, было виднее. Здесь у нас 10 должно получиться, здесь 10 должно получиться, здесь у нас должно получиться, так, 5 плюс 8, 13, да? Здесь у нас 8 плюс 8, 16, здесь 13, здесь 10, мы написали. Вот такое количество петель у нас должно получиться. Точно так же давайте посчитаем. 20 плюс 26 плюс 16 плюс. И плюс еще 4. 66. Итого у нас должно быть 66 петель. Вот так. Ну, если кому-то это интересно, как бы, если на будущее кому-то это нужно. Вот. А так мы вяжем и вяжем. И встречаемся с вами, когда уже мы проделаем. Так, мы сделали раз, два. Вот сейчас будем делать третью. Третью и четвертую прибавки. Когда сделаем все, тогда мы с вами встретимся. Видите, вот довязались все у нас прибавочки. Что у нас получилось?
Вот такая вот штучка. Я все сложила. Смотрите, все ровненько. Все красиво. 66 у меня получилось, как мы с вами и рассчитывали. Вот. Если у вас получилось точно так же, то значит мы все сделали правильно. Вот, по идее, ниточки мы можем убрать, но пока сейчас давайте мы, когда соединим все, мы уберем. Так, вот наш лицевой ряд идет сейчас, будет идти. Вот. Так, так. Клубочек мой катается, как не люблю я. Вот, смотрите, давайте. Получается, у нас должно быть 10. 10 и 1 регланная, 11 столбиков мы провязываем. Мы это все на полочку. Все регланные линии на спинку и на полочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И 11. Вот так, да? Так, нет, давайте сделаем так. 10 мы провязали. Теперь вот эту и вот эту регланную линию, видите, мы их соединяем в одну. Вот так мы провязываем. Вот. А, нет, девчонки, я вас обманула. Я же забыла про подрезы. Боже ж мой. Итого, 11 мы провязываем. Вот видите? Забыла про подрезы. 11 мы провязываем. 11. Теперь мы делаем 1, 2, 3 воздушные петли. 3. А, у нас здесь остается на рукавах 13 и 3 воздушные петли. У нас будет это рукав, 16 петель. Вот в эту регланную линию, вот после 3 воздушных петель, вот в эту регланную линию мы делаем столбик и поехали. Считаем 1, 2, 3, должно быть у нас 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Почему 18? Потому что к нам прибавляются регланные линии. Вот 18. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3 подрезики наши. И также вот в эту регланную линию мы соединяемся. И 11 мы считаем. 1, 2. А вот здесь, кстати, девчонки, пора уже делать нам петлю. Вот видите, я вам говорила, 1 полоска, 2 полоска и половиночка. Мы будем здесь делать петельку. Значит, нам надо не довязать. 1, 2, 3, 4. Надо нам не довязать. Так, значит, мы вяжем, вяжем, не довязываем 4. Раз, два, три, 4. Вот они как раз 4. 1, 2, 3, 4. Да. Делаем 2 воздушные петли. Пропускаем 1, 2 и в третью. 1 и в последнюю. 2. Вот так делаем петлю подъема, поворачиваем и все до конца провязываем, до конца провязываем. И вот этот момент мне очень нравится. Мы можем снять, убрать наши маркеры, все, они нам не нужны. Если кому-то они не мешают, можете оставить, кому мешают, можете убрать. Ну, сейчас так непонятно. Давайте мы ряд довяжем до конца. Только не забывайте, пожалуйста, провязывать. Если вот здесь мы, где петля, делали 2 воздушные петли, значит, здесь надо провязать 2. Здесь обязательно провязать 3 нужно. Здесь 3.
То есть нам надо сохранить наше количество петель. Вот. Давайте провязываем до конца и заодно считаем, сколько у нас получится петель. Обязательно вы здесь, когда провязываете, вот смотрите, мы начали 2, потом 2, в общем, 11 мы дошли вот в этот краешек. Сейчас я вам покажу. Да что ты будешь делать? Ну, вот, вот, вот сюда, в этот краешек обязательно тоже не пропускайте. 11. Теперь 3 идем. 12. 13 и 14. Вот 3 петли, которые на подрез. И дальше пошли уже 15, 16 и так далее. Просто вот, вот тут надо ничего не пропускать. Видите? Так, вот смотрите, я сняла, да? Мы сняли все маркеры. Провязали обратный ряд. У меня получилось, не знаю, как у вас, я посчитала, у меня получилось 46 петель. Вот, вот так, 46 петель. Для чего нам это нужно, я вам сейчас скажу. Смотрите, я здесь поставила маркер, то есть это на половинке, ровно поделила я. У меня здесь 23 и здесь 23. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы сделать нам вот такой вот нахлёст. Вы, если у вас не 46, не надо ничего перевязывать, не надо выдергивать волосы, ничего страшного. Вы просто посчитайте свое количество. Точно так же поделите пополам. Вот сейчас мы будем делать вот такой вот нахлёст. Вот, вот этот нахлёстик нам нужно сделать. Для этого, сейчас я разберусь, да? Сейчас мы вот на этом пути. Вот, вот, да, вот так вот. Мы, значит, смотрите, отсюда мы отсчитываем 3, вот от нашего маркера, вот 3 петли. 1, 2, 3. Вот так. И 3 сюда. Вот это будет наш нахлёст из 6 петель. Вот поэтому я маркер переношу вот сюда, что значит до сюда мы вяжем. Сейчас мы вяжем вот до сюда. И так мы будем эти половинки 2 отдельно вязать. Все очень просто, никаких дырочек нам больше делать не нужно, они нам не понадобятся. Все, что нужно, мы уже сами сделали. Остается как бы вот сделать 2 полочки вот эти. Сейчас я вам покажу, как это делается. То есть, ну, начало дам вам направление. И будем дальше вязать. Так, давайте сейчас вот мы довязываем до маркера, как мы с вами и отметили. Да? То есть мы отметили с вами половинку и 3 сюда. И только смотрите, знаете, как мы сделаем? Мы 1, 2, 3, 4, 5, 6 назад отсчитаем. Вот так. Поставлю я еще один маркер. Почему? Сейчас я вам скажу. Потому что мы вот эти 6 петелек центральных, вот видите, 6 у нас получается, мы их будем вязать сейчас. Когда вот сюда мы дойдем, то есть как обычно мы вязали вот так за 2 петлю, а здесь мы будем вязать за одну, которая к нам ближе, вот эту за переднюю. Один ряд мы вот так вот провяжем, потому что вторую полочку мы будем начинать вот отсюда, и вот как раз таки вот с этой половинки у нас она пойдет. Понимаете? Вот, я надеюсь, что понятно. Может быть, понятно только мне, но сейчас вы все увидите. Давайте мы встречаемся вот около вот этого вот маркера. Так, кому интересно было, здесь 20 петель. Ну, оно и логично. Если у нас здесь 46, 6 мы откладываем, значит, ну, по 20. Вот, теперь смотрите. Снимаем мы наш маркер. И вот за переднюю стеночку мы продолжаем еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Снимаем маркер. И 6. Все. Воздушную петлю подъема. Поворачиваем. И вот видите, у нас такая дорожечка получилась вот здесь.
Вот оно, видите, вот 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Как раз мы за них потом и будем начинать вязать вторую полочку сюда. Ну и все, девчонки, вот какой длины вы считаете нужно, такой вяжите. Я свяжу вот такую длинную, я уже не буду вязать, я свяжу вот такую, как бы, ну, курточку такую. Мне же самое главное вам объяснить принцип, да, вот, я думаю, что это понятно. Я свяжу коротенькую, вы вяжите, как вам нравится, хоть в пол, вообще не имеет значения. Я свяжу покороче, я свяжу вот таких вот дорожки, 1, 2, 3, 3, ну, я думаю, 3-4, наверное, вот свяжу такую коротенькую. Такая коротенькая у меня будет курточка, да? 1, 2, 3, 4 дорожки я свяжу, то есть 8 рядов. Вот свяжутся они быстро, вы тоже вяжите, как у вас получится. Вот, и мы уже с вами встретимся, когда нужно будет делать вторую полочку. Вот. Ну, для тех, кто не поймет. А кто поймет, кто понял, как это, как бы, ну, делать вторую полочку, присоединиться и так далее, то я думаю, что ничего, как бы, вообще тут сложного нету. Мы будем ее начинать вот отсюда. То есть, если мы ряд, видите, как ряд у нас идет, то есть мы, значит, вот так возьмем, вот здесь вот так присоединимся и вперед. Тын-тын-тын-тын. Эти же 26, мы сейчас 26 петель вяжем, и эти же 26 петель, столько же рядов. Вот, я думаю, как бы ничего сложного в этом нет, правильно же? Вот, длину вы сами себе выбираете, поэтому, да, ну, мы все равно с вами там встретимся, для тех девочек, кто не понял, кому действительно именно нужно посмотреть, а не просто услышать там, знаете, кому-то достаточно вот направление задал там двумя-тремя словами, и о, точно, да, и вперед, вот. Кому-то вот этих вот нескольких слов не хватает, а кому-то действительно, понимаете, нужно показать. Ничего в этом зазорного нету. Знаете, кто-то вот увидел на человеке кофту, все, прибежал домой, в уме себе сложил и сделал. Мне иногда тоже так бывает. А иногда действительно какой-то вот мелочи, блин, и не хватает. Вот самое интересное, это обидной какой-то мелочи, чтобы все сложилось и все склеилось. Ну все, ладно, хватит болтать, давайте заниматься делом. В общем, вяжем, и вот здесь вот, когда эту полочку довяжем, мы с вами встречаемся. Так, смотрите, вот у меня провязалась одна часть, тут что-то такое попалось, ну ладно, вот одна часть. Заканчиваем мы там, где вот лицо у нас, лицо, косичка мы определяем по косичке лицо. И здесь у нас будет внизу красивая косичка такая. Все, я отрезаю ниточку, потом мы это все уберем. Вы хотите, вяжите дальше по длине, я сделала коротенький, вот 1, 2, 3, 4, как и планировала. Теперь переходим к следующей части. Вот наша дорожечка. Видите, вот она была. Была наша дорожка. Такая вот, вторые половинки. Мы берем в эту половиночку, присоединяемся. Вот так. Подтягиваем все. Вот этот хвостик мы сразу прокладываем и будем его тоже ввязывать. Мы делаем сюда же, в эту петлю, куда присоединились, туда же делаем столбик и начинаем считать также 26. Раз. Не забывайте, прокладывайте хвостик, подтяните его удобно. 2, 3, 4, 5, 6. Это вот мы за половинки наши вторые провязали. А теперь можно уже идти и за две половиночки. 7, 8, 9, 10 и так далее. Вот хвостик наш вязался. Видите, вот его не будет видно. Лишнее можно отрезать, чтобы уже потом к этому не возвращаться. И вот у нас получится вот такой вот нахлёст. Видите? И ровно столько же, такое же количество рядов надо провязать. Вот, ничего сложного, как видите.
Вот эти края, если у вас загибаются, у меня не загибаются. Почему? Потому что у кого-то не загибаются. Потом мы это все отпарим. Немножечко парком так дадим. Вот. Ну вот. И продолжаем. Дальше. Потом уже встретимся на рукавчиках. Там в рукавчиках есть один секрет. Я вам его покажу. Ну вот, закончилось у нас, смотрите. Две полочки я связала. Вот так вот это получилось. Вот так вот. Теперь нам остаются рукавчики. В принципе, можно и оставить жилеточку. Кому надо, кому нравится. Просто все нужно отпарить. Все будет красиво. Вот. Кончики сразу прячьте все. Этот кончик нам пригодится для этого капюшона. Так, теперь приступаем. Вот с этой стороны, с лицевой. С лицевой, не с изнаночной, с лицевой. Мы будем сейчас рукав тоже вязать такими рядами поворотными, обратными поворотными. Потому что если мы будем вязать по кругу, у нас будет другой рисунок, он нарушится. Вот. Теперь смотрите. Вот наши три петли. Ой, раз, два, три. Вот они, три петли. Раз, два, три. В среднюю. Так, ниточку берем, присоединяемся мы. Сначала присоединяемся, потом можно спрятать, можно не прятать, но вот сюда же, куда мы присоединялись, в эту же петлю. Сейчас мы подтянем все со всех сторон. Делаем раз и считаем уже. Сейчас это затянем. Как некрасиво получилось у нас. Почему? А, потому что... Потому что... Вот так вот все подтянули сюда же. Раз, эту не забываем ввязывать. Вот рядышком вторая с тоже снизу, которая так. Теперь смотрите, вот здесь большая дырочка, мы в нее провязываем, вот так выводим, но не провязываем. Потом в следующую выводим и теперь три провязываем. Вот так, это у нас третья петля. Раз, два, три. Дальше идем 4. Ну, здесь будет такая дырочка. Ну, что поделать? Будет такая дырочка. Так, 4, 5, 6. Сейчас тут чуть-чуть подтяну. Вот. Так, подтянули все мы. Ну, такая дырочка. Ну, пусть будет для подмышек проветривания. Ну, просто так получается, да. 6 у нас было, да? Дальше идем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И последнюю мы точно так же, как там делали, мы сюда заводим, вот в эту большую дырочку. Выводим, не провязываем. И одна у нас вот здесь вот оставалась с нашего подреза, которая сейчас вот, вот так вот она. Вот это у нас 16-я. Все, 3 провязали. Теперь смотрите, что мы делаем. Тут просто мелко, неудобно показывать. Вот наша петля подъема была. Мы в нее делаем соединительную петлю. Вот так. Потом петлю подъема. Разворачиваемся и идем в обратную сторону, прям не сюда, прям вот сюда, вот сюда, вот вот это наше начальное, не пропускайте. И опять считаем. Сейчас я тут немножко подтяну, большая вот это. Угу. Вот так теперь считаем. Раз, два, три, 4, 5,
6, 7, 8. Я каждый ряд просчитываю, чтобы не сбиться. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, чтобы видно было. 15 и 16. Сейчас я вам покажу. Вот наши, видите? Сейчас вот еще. Вот наша петля наша. Вот ее будет видно. Просто, может быть, в камеру не так видно. Тут все мешается. Это пока, конечно, пока рукавчик вот такой маленький еще. Вот видите? Вот она. Мы точно так же делаем соединительную петлю. Петлю подъема. И разворачиваем. Разворачиваем. И опять 16. Не забывайте. Вот сюда сразу. Вот сюда мы сразу. Первая петля наша вот здесь. Вот так. И считайте опять. Раз, два. И вот так не забывайте. 3, 4 и 5. И так далее. И вот так туда-сюда, туда-сюда у нас провяжется с вами рукавчик. Вот. Видите, здесь подрезик, все аккуратненько. Ну, дырочки, они из-за наших прибавок, вот эти вот дырочки. Вот. Вот так. Я провязала вот на этом, и на этом точно так же. Я хочу тоже, чтобы был подворот. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Также 4 вот этих вот полоски мы провяжем. И все. И рукавчик у нас закончится. Но здесь только чуть-чуть отделочка. Я вам потом покажу, как ее сделать. Кто не хочет, может заканчивать и переходить ко второму рукавчику аналогично. Вот. В конце рукава мы с вами встретимся. Смотрите, вот довязала я рукавчик. Вот. Вот 4, как я и говорила. 1, 2, 3, 4 полосочки. Вот. Вот такую вот кромочку, чтобы сделать, чтобы и здесь была косичка, и с этой стороны косичка, и с этой стороны косичка, потому что мы же будем рукавчик вот так выворачивать. Вот. Поэтому мы сейчас с вами, смотрите, что сделаем. Это нужно будет делать вот с этой стороны, с внутренней. Нам нужно сейчас вытащить. Давайте сейчас секунду. Вот в следующую от крючка. Сейчас я вот так буду мелко показывать, ну, близко показывать. Вот у нас ниточка идет рабочая. Петля наша. Мы вот сюда ее на эту сторону вытаскиваем, подтягиваем. И рукавчик вот так растяните сначала немножко. А потом мы будем делать следующее движение. Значит, так, сейчас я вот сюда вот так просто соединительными столбиками. Так, сильно только не затягивайте. Мы проходим по всему рукавчику вот так соединительными столбиками. И у нас, сейчас я вам покажу, с обоих сторон. Видите, у нас и здесь косичка получается. И с этой стороны косичка получается. Вот так. Обвязываем по кругу. И прячем потом хвостик. Тот, который внутри, тоже хвостик. Не забудьте отрезать. Это когда мы присоединялись. Отрезайте сразу все хвостики, чтобы сразу было все аккуратно и опрятно. Лишнее, чтобы ничего не торчало. Вот, мы дошли до нашего этой. И вот сюда еще один сделаем, чтобы у нас не было никаких ни дырочек, ничего, аккуратненько. Так вот все. Все. Отрезаем. Вот так вот, видите? Вот так.
все это выглядит. И с той стороны аккуратно, и она сильно как раз и растягиваться не будет. И прячем хвостик. Прятать предлагаю вот в эту сторону. Ну, то есть, это же вот так у нас будет. Видите, у нас он будет вывернут вот так вот. И, значит, нам надо спрятать сюда, внутрь. Туда вот так прям по косичке мы его проведем. Сюда вытаскиваем хвостик. И я просто вот тоненький возьму крючочек. И вот здесь вот сюда его проведу. Я думаю, ну, сильно как бы так прятать тоже не нужно. Это же вещь такая-то. Ну, мы не для себя вяжем, я имею в виду. Но здесь не обтираться, не так, ну, как бы такого вот сильно механического никакого воздействия не будет иметь. Все, можно отрезать вот здесь, вот и достаточно. Вот так вот, все. Вот, один рукавчик у нас готов. Вот видите, вот так. Аналогично и самостоятельно вы вяжите, я тоже вяжу второй рукавчик. Вот, а потом можно будет, ну, хотите, отпарьте, можно будет отпарить. Потом мы приступаем к нашему этому капюшону. Вот, встретимся уже на капюшоне. Я, может быть, постараюсь отпарить тоже, но посмотрим, как настроение, так сказать, будет. Ну, смотрите, видите, связались у нас рукавчики, все одинаково, все аккуратненько, все красиво. Вот, видите, как у нас получилось вот здесь, где мы с вами делали соединение, вообще его не видно. Видите, его не видно, это соединение. Ну, если только вы знаете, вы будете знать и видеть. Так его не видно. И у нас сохранился рисуночек. Вот. Так, если бы мы вязали по кругу, у нас здесь бы уже шел другой рисунок. Так, ну теперь мы приступаем к нашему капюшону. Как я и говорила, вот этот хвостик, когда просила вас оставить, вот сейчас соедините. Вот так, посильнее, чтобы затяните, чтобы вот этот хвостик был, узелочек был маленький. И мы продолжаем. Смотрите, что нам мы будем делать. Мы будем в каждое вот сюда. Если вы хотите, можете вот сюда. Но тогда будут большие дырочки вот сюда. Поэтому вот сюда. Вот где они вот как бы перекрещиваются. Вот сюда. Вот сюда. Если помните, у нас здесь было 32 петли. Мы, 34 мы с вами набирали. Нужно будет сделать прибавку через одну. Через одну мы сделаем прибавки через одну с вами. Мы с вами, значит, следующим образом поступим. Давайте так. Вот здесь мы сделаем, вот здесь на полочке, на рукавчике, и здесь на рукавчике, на полочке мы с вами сделаем через одну прибавку, а на спинке мы сделаем в каждую прибавку. Пусть будет здесь как бы, ну так, попышнее. Вот здесь вот будет. Ну, не то, что попышнее, а все-таки голова-то у нас круглая, как бы, чтобы было немножко поглубже так. Скажем, в крайнем случае, если у нас большой будет, мы отворот сделаем вот здесь вот побольше, и все. Вот, значит, смотрите, вот сюда же мы точно так же вот так закрепляемся. Первое, да? Ой, сейчас я вам покажу. Вот так мы закрепляемся в дырочку в первую. Вот так вот. И сюда же мы опять делаем столбик и считаем. Ну, в принципе, можно не считать, ну, хотя нужно считать. Вот мы провязываем раз, вторую делаем прибавку, прибавка подходит наш узелочек. Смотрите, вот видите, чтобы вот здесь было ровненько тоже, чтобы не было видно никаких переходов. Вот наши, вот он. Мы узелочек сейчас тоже вяжем. Теперь мы делаем раз, один столбик. Во второй мы делаем следующую прибавку. Узелочек прокладываем. Прибавочку сделали. Вот, видите? Так, дальше. Одну делаем, один столбик. Следующую прибавку делаем. И так пытайтесь, чтобы как бы, ну, так симметричненько у вас все было.
Вот так, видите, все аккуратненько, даже как бы, ну и ничего и не видно. Вот. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь подтяну. Так, вот так, прокладываем дальше. Дальше у нас один идет столбик. Следующие два столбика. Так, сейчас вот эти махрушечки, махрушечки. Сейчас я их уберу. Уже их можно убрать, чтобы они не мешались и куда нужно не лезли. Точнее, куда не нужно. Подтянем так, сюда у нас была прибавка, вот прибавка, да. Дальше мы делаем одну, точнее один столбик, в следующую делаем прибавка, прибавка. Ну и вот с этой вот, где у нас, видите, как бы такая выраженная дырочка, и вот до этой дырочки мы будем делать уже прибавку в каждую. Вот так. Пусть здесь будет, так скажем. Хотя, видите, они, ну да, это же капюшон, он должен быть так вот в каждую, в каждую прям прибавочку по две вяжите. Как всегда, первый ряд он трудный самый. Так. Сейчас мы уже довяжем, и я вам объясню, там уже ничего сложного нету. Вот. У нас так образовывается здесь. В крайнем случае, если нам не понравится, мы же всегда можем перевязать. Я думаю, здесь не так много перевязывать, если что, просто... Я думаю, так будет лучше. Ну вот, смотрите, вот у нас наша дырочка, вот эта вот, где было, где мы начинали делать прибавки, когда самый первый ряд. Все. Теперь, так как у нас вот здесь тоже получилось две прибавки подряд, мы здесь тоже начнем с прибавки. Сделаем сюда. И дальше через одну. Один столбик. И прибавка. Опять один столбик. Одна прибавка. Дальше один столбик. И прибавка. Один столбик и прибавка. Один и один столбик. Сейчас тут вот нам два осталось, смотрите, раз и два сделать. Сейчас мы сделаем раз и сюда же два. Вот так. Все, теперь мы вяжем обратно. Обратно. Можете просчитать, сколько у вас получилось. Вот наш вот этот узелочек мы его спрятали. Ой, отрежем сразу, чтобы нам на обратном пути это не мешалось. Уже эти наши вот эти вот с рукавчиков тоже можно обрезать. Вам сказала, сама не обрезала, сама забыла. Так, а здесь вот он. Вот тоже все обрезаем. Все у нас чистенько, видите, сразу все чисто, сразу никаких ниточек. Вот, все, мы вяжем теперь туда-сюда, туда-сюда. И мы вяжем, смотрите, вот наши дорожки, вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. У меня получилось на этом 12. Но я тоже буду так же делать 12. Все, прибавки больше не надо делать туда-сюда, туда-сюда. 12. Все, и потом мы уже будем с вами соединять.
Все, встретимся уже, девчонки, мы с вами наверху. Вот так это выглядит. Сейчас это все выровняется, когда мы начнем вязать, все это выровняется. А когда мы еще и отпарим, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю связать капюшон и пока его не сшивать, все это отпарить. Так просто это удобнее будет сделать, а потом уже собрать, сшить капюшон. Вот, давайте сделаем так. Значит, соберемся уже после того, как мы все отпарим. Не гладьте утюгом, через тряпочку все. Просто пропарить нужно через тряпочку. Прям подержать так парком, вот тут парком, чтобы вот это вот все разогнулось. Все, чтобы у нас приняло какую нужно нам форму. И с капюшоном то же самое. И потом тогда уже с вами встретимся и соединим этот шов. Довязался, смотрите, отпарился наш кардиган. Все стало ровненько. Уголочки тоже ровненькие стали. Я провязала 11,5 рядов. Вот смотрите, ну, полосок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и половинка. То есть косичка получается у нас внутри. Вот эта косичка получается внутри. Ну, теперь ее складываем вот так вот. Лицо с лицом. Лицо с лицом складываем. А вот в эту петлю продеваем вот эту нашу петельку с той стороны. Сюда ее вытаскиваем. Подтягиваем все. Провязываем. И вот так пошли. Вот петля в петлю. И вот так изнутри. Можно сделать не столбиками, можно сделать соединительными. Просто. Сейчас мы сделаем, попробуем соединительными. Так, вот здесь. Угу. Вот так. Вот петля в петлю и соединительными. Вот так вот. Так, ничего сложного здесь нету. И соединяем петлю полностью с этой стороны, петлю полностью с той стороны. Здесь это получается вот так вот. С лица у нас будет. Вот. Продолжаем до конца. И потом хвостик также сразу прячем. Потом, ой, потом пришиваем пуговички. Наши я выбрала такие интересные пуговички. Пришьем. И потом нам останется только примерить и сфотографироваться. Вот наш кардиганчик будет готов. Вот видите, пока разговариваем, ой, дело идет, все подходит к концу. В принципе, все быстро получилось. Ничего сложного здесь нету, я же говорю. Поэтому такой универсальный вариант. Можно попробовать и на большого, но побольше ребенка вязать. И можно даже на взрослого человека связать. Ничего здесь такого сложного и заумного, замудренного нету. Поэтому я всегда говорю, чем проще, тем лучше. Вот. Все, мы закончили. Отрезаем ниточку. Ой. И ее прячем. Все. Вот такая красота. Видите? Здесь все ровненько. Правда, у меня капюшон получился больше, чем сам кардиган, но я так и планировала такую курточку коротенькую. Вот здесь вот у нас как раз такое углубление сборочки для головы. Горловинка небольшая. Вот остается нам пришить пуговички. Вот так это отвернуть. Можно какую-то отделочку, если хотите, вот здесь по краю сделать. Какую-нибудь, может быть, дополнительной ниточкой вам захочется сделать, пожалуйста. Вот, пришиваем пуговички. И красота. Такая красота получается. Ну все, я сейчас пойду пришью пуговички, сфотографируюсь, и все готово.
и видео выкладываю. Вот так вот. Все, пошла пришивать пуговички. Вот завершающий этап. Смотрите, что у меня получилось. Этот такой длинненький кардиганчик, этот коротенький такой, курточка. Ну вот такая прелесть получилась. Я думаю, что очень даже мы молодцы, девочки. Мы совсем справились. Такая прелесть. Дальше как бы я вот основу вам задала. Дальше как бы ваша цель. Что-то может быть интересненькое придумать, что-то сделать. Может быть, кто-то кармашки здесь придумает, сделает. Пожалуйста, вот здесь вот позволяет. Ну, здесь, в принципе, тоже позволяет маленький такой вот, ну, кармашек. Ну, не знаю, как бы. Перегружать тоже не хочу. Чем проще, тем лучше. Вот. Вот такая прелесть. Сейчас я одену его и покажу вам. Смотрите, что получилось у нас. Сейчас включу цвет дополнительный. Но все равно как бы не очень видно, потому что он синенький. Так вот. Вот такая вот штука получилась у нас. Капюшон больше, чем такой куртофан. Куртофан вот такой вот получился. Видите, сзади, ну, мне кажется, все идеально сидит вообще. Идеально, все как нужно. Все как доктор прописал. Единственное, сейчас я попробую одеть капюшончик. Вот. С капюшончиком это вот так выглядит. Вот так. Ой, жиганский. Вот. Ой. Ну, вот тут можно застегнуть. И это можно застегнуть. Ой, не туда попала. Остренькая пуговичка. Вот так. Вот. Вот видите, вот что у нас получилось в итоге. Я думаю, самый раз. Такая курточка получилась. Самый раз. Вот хотите побольше, вот побольше, подлиннее, тогда такое пальтишко будет. Вот так вот такая курточка с капюшончиком, здесь все хорошо сидит, хотя вот видите, вот прям замечательно. Я боялась, что такой прям вот ненужный пузырь будет. Нет, все как нужно, все как нужно, все как нужно. Все, девчонки, вяжите с удовольствием, пожалуйста. Рада буду вашим комментариям. Обязательно напишите комментарии. Понравилось вам, не понравилось вам. Понятно, непонятно, что понятно. Сейчас, как же мне так получше снять, чтобы было вот так вот повиднее. Вот так. Вот так. Машет он вам пока-пока. До встречи. Жду вас на своем канале. Обязательно. Будем вязать еще что-нибудь новенькое. Хочу платье крючком связать. Такое пышненькое, как у балерины. С юбочкой, как у балерины. Буду думать, значит, придумывать. Будем вязать. Все. Всем пока-пока.